Национальная олимпиада Мангбала – это прямой социальный лифт для школьников, проживающих в сельской местности. 1000 лучших участников олимпиады получат путевки в любую школу для одаренных детей республики, согласно специальной квоте Министерства образования и науки. В прошлом году в олимпиаде приняли участие 13 тысяч акмолинцев, обучающихся в 5-6 классах. Во второй отборочный тур прошли 300 учащихся. По итогам второго тура победителями стали 83 акмолинских школьника. Победители 6 класса без конкурса смогут поступить в любую школу для одаренных детей страны. Сегодня 17 учеников продолжают обучение в одаренных школах. Олимпиада в формате онлайн-тестирования состоит из двух этапов. На первом даются задания по оценке вербально-логического мышления. На втором проверяются когнитивные способности и навыки логического мышления участников. Также будут проанализированы личностные качества. Одна из особенностей этого года в том, что теперь регистрация стартовала с 24 февраля по 24 марта. Академия Ельбасы прислала ссылку на сайт. Регистрация началась. В нашей области есть квота для 300 детей. Из более чем 10 тысяч участников во второй тур выйдут 300. В прошлом году в олимпиаде участвовали 295 тысяч школьников по всей республике. Согласно требованиям, принять участие могут только ученики 5-6 классов, проживающих в сельской местности последние 2 года. Регистрацию можно пройти на сайте mangbala.elbasyacademy.kz. Муслима Асхатова, Зарина Дисюкеева, Айсаулес Язбек, Азамат Бекмагамбетов, Кокши Ахпарат.